Конституционный суд России сегодня признал законной систему «Платон», по которой взимается плата за проезд большегрузного транспорта по федеральным трассам. Установлено, система не нарушает права водителей и при этом не возникает двойного налогообложения. В то же время суд указал, оператор не может устанавливать порядок оплаты или вводить штрафные санкции. Это прерогатива государства. Повысить тариф можно будет только после принятия закона. Причем в документе должно объясняться, почему такое решение необходимо. Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Собранные средства направляют на ремонт дорог.